Оппозиционная, между прочим, депрессуха. Есть оппозиция, есть, так сказать, значительное число людей, которые считают себя в оппозиции, такие патриоты, но им специально, мне кажется, специально, слышите меня, патриоты депрессивные, вам специально вот эту депресню, специально как наркотик в голову закачивают, чтобы вы вставали с мыслью о том, что все плохо, и ложились с мыслью о том, что все плохо. Все всегда было плохо. Все всегда было плохо. Однако русский народ, он тем и силен был, что он это плохо преодолевал. А вас, на самом деле, превратили в эту самую, в желе. И вы сами себя убаюкиваете, как наркотиками, как наркотики. Раз вколол, что все плохо, поэтому я не буду ничего делать. Пока все хорошо не будет, я делать ничего не буду. Про стабильность тут пишут многие. Да? Ерунда все это, стабильность. Ерунда. Когда была стабильность в нашей стране? Никогда. А так вам внушают, господа патриоты, вот этот депресняк, что давайте тогда ничего не будем делать. Вот так русские и пропадут. Мы русские, я русский, так сказать, да? И для меня это важно. Вот так мы русские и сойдем с исторической сцены. Мы пропадем под эти разговоры о том, что все плохо. А вам, господа патриоты, специально говорю, у нас развелось огромное количество как бы оппозиционно-патриотически настроенных людей, пребывающих в постоянной наркотической зависимости от депрессии, от этой, от критики. С утра встал, надо дозу критики. Там где-то говорят, вот там вроде более-менее лучше стало. Нет. Нет, вы мне расскажите, где очень плохо. Расскажите мне, как, так сказать, этот самый сионистский заговор пожирает Россию. Вы понимаете, что вас на этом купили? Вас лишили сил и так сказать, энергии действовать. А вашу молодежь, на самом деле, вот через эти все вещи заставляют разрушать собственную страну на новом витке. Очнитесь. Это бесконечное бла-бла в интернете про то, что все плохо, никому не помогает. Это никому не помогает. Вы спрашиваете, что делать? Создайте большую крепкую семью, воспитайте этих людей, своих детей патриотами. А не рассказывайте им же, что у нас в стране все плохо, поэтому ты можешь ничего не делать. А то создайте мне условия, так сказать, да, я буду вот ждать здесь это самое. Я буду сидеть и ждать, и буду с утра до вечера, значит, изводить себя и всех остальных про то, как все плохо. Я без вас знаю, как все плохо. Покажите, как может быть хорошо. У себя, здесь, дома, да? Нет, я буду ждать, пока в галактическом масштабе, так сказать, да, все будет хорошо. Никогда не будет хорошо в галактическом масштабе. Ясно, нет?